Бласковец! Ищите его везде! Бласковец! Отца сегодня не будет. Уехал по работе в Даллас. О, милый, сильно он тебя стукнул. Отдыхай. Все пройдет. И есть супы, и еще каша. Что ты будешь, малыш? Ну же, капитан, помоги решить. А для чего он опять дает выбор? Потому что в первой части мы выбирали, а это продолжение сюжетной линии. Но мы играли и за то, и за то. Так, мы в той, кого Фергюсона или Уайта убили? Давай Уайта. Ладно, без Уайта, прости. Аня, в чем дело? Я его вижу! Молодец! Уильям! Я хочу у тебя, Уильям! Я правда думал, что мы тебя бросим. Да, я так и думал. Кишки наружу торчат! Давай, держи на руках! Что у нее нос так просвечивается, такой красный, посмотри. А это подсветка нормальная, просто они все пьяны. У них Рождество у них и уши, ты заметишь. Рядом с любящими друзьями. Ты даже не представляешь, как я страдаю. Бомбата, мы улетели! Огонь! Да, мадам! Он теряет кровь! Быстрее! Меня накрывает волной жара. Молоденце! Кажется, небо в огне. Кэролайн, он умирает! Он синеет! Бомбата, готовь каталку в ангаре! Будем через 90 секунд! Смерть вновь стоит у ворот. Кричит мое имя. Заходи, старушка. Прости, что заставил ждать. Как он вообще выжил? А мамина ватрушка! Мамина подружка! Бабкина ватрушка! Посмотри-ка, Билли. Мой папа говорил, когда у тебя будет сын, отдай ему это кольцо. Оно обручальное. Оно в нашем роду уже 8 поколений. Представляешь себе, сынок? Это наша реликвия. Ты встретишь свою любовь и наденешь ей кольцо на палец. Это очень ценная вещь. Не говори отцу про кольцо. Он его отнимет. Он про него не знает, вот и помалкивай. София! Мама, прощен ли я? Была ли моя жизнь праведной? Хм. Заслужил ли я того, чтобы увидеть рай? О чем, черт побери, он говорит? Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, нет. Мама, я попаду в ад. Тяни, тяни, бомбата. Нам придется удалить почти весь кишечник. Сделай, что нужно, Сет, умоляю. Вот почему он такой злой. Это ужас вообще, кошмар. Я обещаю тебе, обещаю, что все будет хорошо. Кендерла, дай мне доноров крови. Живо! Что, 5 бидонов крови? Да. Он за что? Давай! Кровь так странная. Свет! Нужен свет! Я все вижу, черт побери, хватит резать меня на живую. София, прочь с дороги. Он же не виноват, не трогай ребенка. Не беси меня, я видел его с ней. Он же дитя, они играли, он не понимает. Ни хера подобного, прекрасно он знает, что нельзя общаться с негритосками. Я не позволю бить сына, хватит. Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, София, я каждый день надрываю все руки в кровавых мозолях. Они своими поборами с меня кожу живьем дерут. Я унижаюсь, лишь бы не прогореть. Я видел их вместе, София. Они тискались под тополем. Я этого не допущу. Я слишком долго вкалывал твою мать, чтобы потерять репутацию из-за того, что мой сын втюрился в негритоску. Рип, так жить больше нельзя. Я готовлю, мою,
На мне лошади. Хозяйство. Не один ты за всех страдаешь, Рип. Зря ты не закрыл лавку, как говорил мой отец. Что? Мы всем должны. За свет 3 месяца не платили. Ты потерял все деньги, которые вложил мой отец. Ты играешь с огнем, София. Что на тебя нашло? Я не тот, с кем можно распускать язык. И не тот, за кого я вышла. Я вышла за мужчину, чья семья бы не голодала. Бог свидетель. Слышишь? Не позволю избивать сына. Заткни пасть, а не то ее сам заткну. Все вы жиды такие. Лучше всех все знаете, да? Еще дерзит мне жидовка сраная. Я женился на тебе, потому что ждал пользы от твоего папаши. А ты как камень на шее, вечно лезешь не в свои дела. Не хочешь растить малого как надо, так я сам его воспитаю. Пошел вон! Благодарная, сука! А вот что, мне это взять можешь? Вазу. Да, 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 надо кувшином прямо мужчи снести. Даже смотреть на тебя тошно. На-ка тебе. Не помогло. Какой же ты убогий доходяга. Нормально. Тебя всегда будут задирать. Я бы что, он ее разбил, а воздух? Заставлять жрать дерьмо. Ну и что ты им ответишь? Возмущен, короче, батя, он прямо невероятно возмущен таким плохим сыном. Ну, потому что батя ей... Я не буду материться, но ты прекрасно знаешь, что за батя. Что за костюм? Чубака. Чубака. Что это за костюм такой? Рептилия? Это с первой части. Ты будешь нужен мне, когда... С этой, где под водой была база. Как их там, супер ученых этих. Старого Уильям, это мы сделали с тобой на столе. Да, я помню этот момент. Адская порно. Немецкая порно. Какого черта? Черта они там делают, а? Причем пофигу, что там куча народу, все слышно. Ну, если есть ты сидишь минутка. В мокром... Есть минутка, помнишь? Да-да-да. Уильям, можно тебя впороть в стенку? Стенка, стеночка, стенка. Убивай или сдохнешь, старые немощные обречены. Мрази всех мастей. Грязные сволочи и прочие твари из кожи вон лезут, лишь бы отнять трудовые доходы убитого человека. Мы должны вправить мозги этим гомосекам. Это твой долг. Палец на курке. Хорошо, ладно, хорошо. Все, давай не будем только долго разговаривать. Это так понятно, да. Надо замочить скотинку. Помни, милый. Слушай, а раньше он был вроде ничего. Да он и сейчас ничего. Блом. Маска ведь. Уильям Блом. Нацистская подводная лодка. Что, молот Евы? Кто это? Первый это раз на подлодку нас запихали это в торпеде. Пипика? Пипика на месте? На месте. Все, сейчас начнется трэш. Обречены. Да, меня вообще удивляет, как он выживает после всего такого. Ну, то есть изрезан, перерезан. Кишечник вытащили. Все вытащили. Да, 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 все пипики мои наши вытащили. Да при чем здесь пипики? Без пипики не пипика. П. Без пипики он не вылил. П. И что за П? Дай мне пушку. Ой. Край зау. О! Тихо, тихо. Ты сейчас умрешь. Это ты. Не переживай. Возьми. Ты сейчас они умрешь. Тебя ищут. Сейчас умрешь. Оу, е. Давай. Черт. И я скучаю по тут. Тебе. Я! Да, я ж сказал. Бам-бам-бам. Хэдшот.
Это теперь наша подлодка. Нацист. Это моя подлодка. Вам и нет. Ты че? Фака нига. Он не нига. Нацистская нига. Где твоя книга? Та-та-ра. Потерял. Ты кровавая шкурка. Найди пили. Я нехило катаю на этой штуке. Ну да. Одной рукой. Я обласку весь этим, все. Я тебе сейчас скажу. Не грубей. Это понятно, да. Я есть все. А как он так поднимается? Нормально. Он пристает, наверное, на кресло. Сейчас зарядимся, по самой не могу. Он не умер. Живучая какая-то. Держись, Аня. Я иду к тебе. Да, Анька, сейчас буду. Сейчас, Анька. Аня. Это хлеб? Как это тетрадка? А, ну здесь опять, наверное, эти там искать. Письма, не письма. Помнишь, было? Да. Фрагменты Энигмы. Но здесь, наверное, что-то другое же будет. Это нормально. А, дурачья. О, да. Чи. Фака. Фака. Эй. Не вопрос, да не вопрос. Не что мы даже пердеть? Да. Я не буду. Не буду, батя. Постарайся не пердеть. Да. Иди ко мне. Такой сужен. Да, он такой жесткий. Подонок. Тип. Осторожно, он очень мокрый. Здорово, хрыч. А, это доктор. Это да, тот, который... Вот это. О, доктор. О, доктор. Доктор. Живо, 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 живо. Ой, вот так-то лучше. Раз, два, три. Ау, Фидерзейн, вонючие куски дерьма. Куски дерьма. Я рад, что ты пришел в себя, но я рад, что ты встал с постели. Где? Захлопнись. Я не видел ее с тех пор, как они... Старая щетина. Ты дай послушать. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Ринтли, ты хоть знаешь, сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать, ну и много чего еще. Сейчас не до того, скажи. Фрау Энгель, она охотится за тобой. Перевернула все вверх дном и наконец нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых, много убитых. Меня вообще отрезало за себя. Вот шлепаются. Нет, нет, Акмир, Ништень, чайник, я же сказал нет. Сэр, просто помоги найти лифт на верхнюю палубу. Ну ты полный Оксен. Ты полный Оксен! Ну ладно. Путь к лифту на верхнюю палубу лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Это карта. На ней показано состояние ловушки. Ах ты такой. Используй против карты по шестам. Тупая шкура. На цыпках, думаю, проскочить. Это ж надо быть таким дебилом, блин. На цыпках. Фрау Эмиль. Цыпа, блин. Ищешь меня? Навыки, а что в навыках? Дамочка, это я тебя ищу. Зон какой? Ты его в ногу убил? А, не убьешь. У тебя 50 жизней.
Как интересно. Ну, отключай или не... А тебе туда не надо? Где бы ты ни была. Тебя вниз надо, да? Делай все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. А, нет, там тоже она включилась. Пойдем возьмем немножечко оружия. Патронов максимум, лучше бы жизнь дали. Фига по лестнице съехал. Хорош. Там этот шлем валялся, ты мог его взять. Не хочу я шлем. Ну то жизнь восстановит тебе 40. Это бронька. А, это бронька. Щит. Я забыл. Зачем ты его потеряешь? Не надо. Ну, мы без этого обойдемся. Ну, наверное. Что это? Что такое? Ну, давай трэш устроим. Ты думаешь, тебе надо тут... Именно так я и думаю. На тебе в спину. Вот это трэш. Жесть вообще. Что творится в этом мире? Оп-оп-оп, не попал, все, не попал, ты попал. Труп. Да выеживался, ага. А, мудила. Сейчас будет жесть. Да уж, это какая-то хрень. Хотя, чему удивляемся, это же Вульфенштейн. Он тебя не увидел? На-ка, без шумочку. Все ноги испачкал в крови. И белый халат. Я даже прыгать могу на этой штуке. Ага, я понял. Я все понял. Оп-оп, тихо. Такой приятный юноша. Кто? Не знаю. Нацист? Нацист, да. Нифига он неприятный. Смотри, еще и руки заляпал. Да весь заляпался уже. А как быть? Ого. Один, два или один только. Один вот там слева. Стоит в позе какой-то. Лотос. Лотос, да. Йогой занимается. Йога. Надо подхилиться. Ну ты тупого. А что жизнь уменьшается? Потому что у меня сверхлимита. А, у тебя максимум 50? Да. А был уже 100. Это когда раскачано 100. А.
Да что ты говоришь? Куда? Да ладно тебе, прекращай. Наверное. Так было задумано? Ну, я думаю, что да. Сейчас меня кто-нибудь поднимет. Нет, я просто сдох. На конвейере. Ваш последний шанс. Давай, давай. Я не думаю, что тебе хватит сил, он же не... Ласковец, ты силен, ты силен, ты можешь. Видишь, нет, все равно. Ну, стреляй более метко, наверху. Он меня не попадает. И? Я их убил. Это понятно. Снова убили, старик. Забудь про боль. Надо бы запустить конвейер вспять и попасть к лифту на верхнюю палубу. Да. Так, конвейер пошел вспять. Поехали. С кровищей не задумались, переборщили, ты так не думаешь? Нормально. Это детка! Тебе ноги не нужны. Голова тоже. Зачем тебе? Зачем тебе мне видеть? А ты помнишь, как это? Майор Пейн. Я не чувствую ног. Джонни! Конечно, потому что у тебя их нет. А зачем Джонни ноги? Действительно, зачем тебе ноги? Ноги. Паровозик мой. Господи. О, Анька вообще лупит на раз. Уильям, что, что с глазами? Какая-то графика стрёмная, да? Да, как-то это. Аня. Уильям, я молилась, чтобы ты очнулся. Я обуза. Что за глупость? Так... Давай встанем. Она, блин, беременная, она его поднимает. На нервяках вообще, короче, все нормально. Просто подпоясался ремнем и побежал. Как ты поправилась? Сет говорит, будет двойня. Два бласковица. Good. Мир просто будет потрясен. Содрогнется в ужасе. Тут была одна злюка, а теперь родится еще две злюки. И в итоге станет три злюки. Налобызаться. На палубу. На палубу. Держись, Уильям. Грубиян. Старая грубая шкура. Что это? Ты крутой, Макс! Улыбнись! Хорош, Ник. Нина. Кэролайн. Умрёт не будет. Нет. Нет? Нет. А, Фергюсон. Фергюсон. Ого. А я тебе говорю, умрёт. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Как она тоже-то выжила? Вот эта манда. Секунд. Да ей, блин, черепушку раскроил почти. Чунки. Белые чунки. И черевички. Гетра, гетра, гетра. Дира, abführen zum Feuer. Ja, Mutter. Что ты толстая такая? Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Ну, по-любому. Dumme Kuh! Глупая баба! Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Waffe erhalten!
nicht mal eine Backpfeife wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Da, она ищет меня. Nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Stock ihn raus. Megafon. Я обращаюсь к террористу и убийце Уильяму Джозефу Лосколесу, известному как Шутки Билли. На себе шрамы остались. Ну нет, это понятно, что у него шрамы остались. Если ты сдашься, двери открыты, приходи один. Она так без акцента говорит на английском, да? Похоже, мне пора. Не ходи туда, Уильям. Да он даже ходить не может. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав, Ингель. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Да ладно тебе. Подохнешь и пол. И без всех пальцев стрелял мушкой. Тайса! Что, блядь, за смех? Хочешь нас своей колясочкой задавить? Юмористы. Юморный. Ирай! Да, ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Не трожь ее, сука! Ты шнауцер! Нормальные такие шляпки. Забавное зрелище. Гений подполья в собственном дерьме. Ласковец. Ты очнулся. Как видишь, я пришел за тобой. Как ты, Кэролайн? Она нас как-то нашла. Видно, я просчиталась. Нас выследили. Я все испортила.